Этот монастырь является центром изучения буддийской философии. До визита в Сочи официальная делегация монастыря побывала в Москве, Иркутске, Чите, в республиках Тыва и Бурятия. В течение этой недели в новом выставочном центре у морского вокзала Сочи монахи будут проводить песнопения, это знаменитое обертонное пение тибетских монахов, а также танцевальные ритуалы, художественные мастер-классы и лекции по буддийской философии. А самое главное, сегодня они начали возводить мандалу зеленой тары. Это буддийское символическое изображение вселенского божества. Если проводить параллели с христианством, это примерно как Богородица в православии. Зеленая тара – женское божество, отвечает за благополучие, за духовное развитие. И возведение мандалы зеленой тары способствует процветанию того места, где оно возводится. Вы можете приехать и посмотреть, как возводится сама мандала. Процесс насыпания этой песочной мандалы – это древнее тибетское искусство.